Такое. Привет, зритель. 30 августа 2019 года. Это у нас грибы на бирюзе. Там еще один он видно. Четвертый гриб. Я снимаю на телефон. Мы приехали пчелам, но погода как-то не задалась. Но нам дали картошки. Я зато узнала, кто раскурочил мой берег. Знали бы вы, какая я была злая. Ну и в итоге сейчас вроде как погода разгулялась. 2 часа примерно до отъезда. Ну я тут. Мне дали добро после того, как я притаскала картошку нам выданную. 5 ведер. И это... Ну, сравнительно, ведер, она большая, такая тяжелая. И, короче говоря, вот я сейчас здесь. А человек моет медогонку. Я увидела эту штуку и решила ее заснять. Сейчас дождусь, чтобы минута была, и отрублюсь. И загружусь уже дома. Тут, наверное, скорее всего, синема. Но я вон собрала шиповничка. В этот раз кусты разрослись, а так побольше стали. Наверное, не чувствовали, что меня обломали с Ескина. Хотя там уже 2 года мне не давалось. Не удавалось там шиповник собрать. Как-то не давали мне его. Так что вот. Немножко обозрю тут. А теперь пока зритель.